Родной, перед началом видео хочу тебя попросить подписаться на мой YouTube канал. Это мне очень сильно поможет. Приятного просмотра. Ты, блять, кто? Ты куды? Блять, я тебе не мешаю, нет? Хаюшки, солнышки, с вами Джерри, и вот сейчас на экранах у нас Garden of Banban 6. Оказалось, что есть, оказывается, еще и шестая часть. В общем, погнали. Да, и сегодня у меня Сёмы нет. Ну, простите, он уехал на картошку. Сёма, ждем тебя. Что ж, для родителей, ищущих своего пропавшего ребенка, время — дело тонкое. Нажмите на часы, чтобы провести время. Охранять королеву... Охранять скипетр... Съебаться. Съебаться есть. Охранять королеву, блядь, не выполнено. Это шо мне? Не надо это мне оставлять. Охранять скипетр. Я не буду. Я не хочу. О, жабик. Здорово. Так, давайте сразу, чтобы долго не цацкаться. Сюды. Что там? Ёб твою мать. Стингер. Блядь. Что можно было сделать? Стингер, блядь. Проснися. Ой, дебил, ой, дебил. А как уебаться-то можно было? Ладно, хрен там с тобой. Так, мы не можем оставаться здесь долго, если ты только не хочешь, чтобы тебя проглотили. Да, ёптить, я смирюсь, коли меня сожгут. Погнали, шо ж. Ёбаный в рот. Это шо, блядь? Кто-то ржет. Ебать, чё за первобытный век? Иди за мной. Он не самый красивый, но, по крайней мере, не занятый. Да не нужны нам красивые пути. Так, поскольку я знаю, тут просто надо повъебам. Просто, сука, повъебам. Ебать, музыка викингов. Это бан-бан, а не какая-то, блин, средневековая эра. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, просто бежим на лестницу. Жаба должна нас обогнать. Ну или что-то похожее. Хотя я впереди нее бежал, поэтому жаба. Вот. Фью. We should be safe for now. Все, давай спускайся. Ебать. Это что такое? Локация какая-то. Пошли. Изучать будем. Что-то написано. Спидлимит 15. Как же я скучаю по этому месту. Здесь я нашел убежище после того, как. Ваши бросили меня здесь. Много холодных и одиноких ночей было проведено здесь. Я хотел бы забыть. Да. Меня нашли королева Биттер Гигл и другие. Я был настолько глуп, что позволил себе поверить, что все может наладиться. Но вот я здесь, в самом начале. Ну, чувак, ты тут обречен, к сожалению. Как я уже говорил, нам нужно как можно раньше достать скипетр королевы. Это единственное, что может позволить нам вновь задержать шалунов и закрыть за ними дверь. Ну окей. Шалуны это, по-моему, мелкие, типа... типа как дети этого сэра Дататун. Ну, короче, мелипедрические такие. Мы дальше их потом увидим, я надеюсь. Потому что вроде бы в этой части они должны быть. Да раз туда, твою мать. Первое, что мы должны сделать, это найти способ добраться до других всегда, блядь. Ёбаные трубы-то, а чтоб вас... Так, спокойно, аккуратно, полигонечку, потихонечку проходим. И главное не ёбнуться. Так, тихо. Так, сюда и. Потом куда и туда и. Вот так вот. Вот. Сюда и. Сюда и. Осторожнее там. Да постараюсь. Все. Вроде бы как. Мы зашли. Да, зашли. Так, что будет? Ебать. Ты, блядь, кто такая? Хотя... Почему она? Это же
Что за чмари, чмари? Свин? Ебать, спасибо. Гэ? Шо гэ? А за шо? А какого хрена-то? Ладно, окей. Так. Где я, блядь? Ты чувствуешь себя странно, да? Мне после такого не только странно, но даже как-то... Даже не знаю я. Лампочка. Что тут дело? Лампочка, твоя игрушка имеет свет. Уи, блядь. Уи, птыщ, блядь, и минус ноги. Так, давай его, наверное, как-то кастомизируем, что ли. Давай... Так, нет. Блю. Я хочу себе вот такой. Санта Хэт. Пускай. Так, классический вид. Пульт. Нет. Применить. Взад. Так, по-моему, он у нас должен стать то ли... Блять, это кто... А, это у него подсветка меняется. Да? А ну-ка, сюда. А он вообще синий стал. Ебать, ты красивый. О, и с шапочкой как раз. А, у него еще и синий свет. Слушай, нет, тогда это нам будет по башке пиздейшн. Давай-ка лучше все вернем, как было. Потому что что-то мне пиздюлей не очень хочется получать. Так, применить пульт, и пульт я хочу сделать вот таким вот. Он, наверное, немного упоротый, но да ладно. А, нет, у меня и дрон тоже, бля. Хорошо, ёпта. Давай тогда вот так. У меня пульт белый теперь, пиздец. Он реально белый? Да, он реально белый. Прикол. Так, ну чё, всё? И вот дрон наш, к Xiaomi, блядь. Давай сюда. Здорово. Партнёр, ты случайно не знаешь что-нибудь о том, кто обманывает других и держит? Эта дама утверждает, что её кто-то похитил и держал в тюрьме. Ой, прости, родной. Я не успел их рассмотреть. Успела. Ты гендер свой определи. У меня такое чувство, что преступник невероятно умён и хорош. Я этого не говорил. А интуиция никогда не ошибается. И что-то подсказывает мне, что он некрасив. Но вы пришли по адресу, мисс. Здесь пока безопасно. Но ученики — моя ответственность. По-моему, ее сейчас спиздят. Или не спиздят. Я не знаю. Мы должны виновного найти. Но сначала надо позаботиться о том, чтобы остаться в живых. Как насчет того, чтобы отправиться в сектор введения и найти выключатель? Я прикажу доставить сюда Стингер Флина. Мисс Мейсон, вы, похоже, через много пришли. Нам нужно, чтобы вы оставались. Сосредоточься, думаю, надо отдохнуть. Только бы мы выжили. Ну, ёпти, надеемся на это. Так. Ладно, родные, вы пока... идите, да, туды. Вот там вот пока потуйся. Игрушку можно настраивать, используя верстак. Я это уже проходил. Все. Теперь... Мы выходим из этого трагичного, ну чё трагичного, из места трагичной музыки, плохих воспоминаний. Ну, жабке грустно, грустно нашей жабке, к сожалению. Ладно, погнали вперед. Короче, в общем, вот так вот нам, ёптите, надо будет добираться сейчас вон до того светила, которое там есть. Я надеюсь, я ни по что не ёбнусь. И кого-то не ебану, потому что... Чует моя жопа, что что-то я сделаю не так, в принципе, как обычно. То ли прибью кого-то понарошку, то есть случайно, или еще как-то. Блять, стоп. Спасибо. Туда пиздуй. Так, и нам надо вот туда. Там надо подрубить свет, и тогда будет все хорошо. Хотя, блин, что-то мне подсказывает, что тут как бы обитает ебака и большая ебака. Ладно, полетели.
Так непривычно, когда белый пульт. Ладно, хрен с ним. Пиздуй туда, ёпта. Туда и давай. Нам туда и нужно. Так. Это что такое? Зоофилус? Ты тут, ёпти, что делаешь? Дорогая мать, мне надо, типа, мисс Мейсон, Скарлетт плачет, типа, Фейс нравится, типа, когда она плачет. А, типа то, что за этого, за Филуса не пустили, то и она и плачет, понятно. Так, да, столбы мы подключили, поэтому теперь давай у дверь пиздовать. Поскольку тут, ёпте, несколько этапов. Так, и сюда. Нам сюда вообще? Да, нам сюда. Ебать. Красиво, ёпта. Красиво, что за конференц-зал? Презентация новой игры Little Nightmares 3, которая никак не выйдет. И которую, ёптед, я жду с трепетом. Так, ладно, погнали пока. Опа, это чё? Опа. Тек. Тек. Тек, тек, тек. Ещё. Ещё тут у нас. Ещё тут у нас. Ебать колотить. Are they gone? Не ушли. Смотря кто. Don't Оп, на превьюшечку, worry, на превьюшечку. I'm not... На превьюшечку пойдешь. I've done enough damage as it is. Я и так достаточно навредил. Молодец. Я знаю, что это не искупает того, что я сделал. Я пытался уничтожить тебя, но мне жаль. Мне правда жаль. Ладно. Я не знаю, что на меня нашло. Я просто не мог сдержать себя. Уметь, ёптить, это надо делать. Ладно, прощаю. Пока знала посредственно всего много, сказала эту дурацкую шутку. И теперь королева, возможно, мертва из-за меня. А, в прошлой части он же, ёптить, она разорвалась от смеха, по-моему. Я не буду винить тебя, если ты не простишь меня, но я буду очень благодарен, если ты простишь все-таки. Просто знаю, что я сделаю все возможное, чтобы искупить свою вину. Не делай глупостей, я тебя, блядь, умоляю. Ты здесь для того, чтобы найти выключатель. Он здесь. Он внутри шкафчика, я не могу понять, что делать. Слушай. И чё? Как нехуй делать, слушай. Это, ёпте, ни на что не повлияет. Слушай, а если там какая-то сейчас хуёта выскочит? Так, окей. Берём... Это мне нахуя. Шо мне ее тетя Цера дададу? А, не-не-не-не-не, все правильно, нам вот эти вот надо было включить. Так, ну чё, понеслась, зажигаем, в общем, красную лампочку. Так, синий-зелёный. Где он, блядь? А, вот он. Так, синий-зелёный. Так... Серый, синий, зеленый, зеленый, серый, синий, зеленый, серый, а вот. Так, а потом серый, вот он. Потом серый, синий. А вот. Так, потом вот этот у нас. Вот это. И последний у нас... Вон тот. Ох ты ж, ёпта. А, кстати, заметь, тут что-то написано. Ладно, потом разберемся. Так, давай вот это. Значит, раз. Потом... Два.
Потом... Потом... А что было потом? Потом вот это. Так, потом у нас... Нет, не этот. Хорошо, что я заметил. Подожди. Серый-синий. Зеленый. А где он, ёпта? Серый-синий. А... Что? Так, слушай, давай. А, окей. А какой же зажига... Ебать. Я запутался, блин. Блин, и сейчас у меня 50 на 50. Слушай, ну, мы же зеленую зажигали, да? Ну да. Так, тогда у нас... Пожалуйста. Да? Бля. Серый, синий, зеленый, зеленый. Чего, блядь? А, тьфу ты, блядь. Так, потом синий, зеленый, синий, серый. Вот он. И потом... Тыц-тыц. Вот он. Охереть, у меня это получилось. Так, значит, смотри, давай-ка мы... А, этот пиздюк все равно там. Так, давай-ка мы, наверное... Наверное, так, раз. Два. Три. Чтоб, ёптить, было куда бежать. Четыре. Пять. Все, хорош. Так, теперь идем туда. Нам надо зеленый повернуть. Ебать, эти отражения, слушай. Так, раз. Да, там написано, типа, детский сад Бан-Бана. Ладно, хрен с ним. Вот так. И вот так. Так, и нам надо последний... Ай, блядь, цвет. Вот он. Охереть! Блядь. Сука, не прошло и полгода, мать твою ж, а. Пидор, ты крашеная. Короче, в чем прикол? Все стулья считаются по часовой стрелке. Допустим, если мы хотим зажечь синий, то есть серый-серый, зеленый-синий. А, ищем этот... Вот они. И они считаются вот так сейчас. Серый-серый. Да, все правильно. Серый-серый, зеленый-синий. То есть все стулья считаются с... типа справа... получается... Короче, по часовой стрелке. Вот, так. Теперь готовим ноги. Раз. Так, четыре раза. Два. Три. Четыре. Пять. И, блядь, понеслась, понеслась. Понеслась. Должен спрятаться, давай сюда. Просто, блядь, закрой дверь. Я тебя, сука, прошу, как Иисуса Христоса. Нужно подождать, пока не закончится видео, которое играет снаружи. Окей. Don't say a word. Не говори ни слова, окей. Hello? Anybody in there? Hello, anybody there? Это друг Бан-Бана. Я пришел вам помочь. Это сэр Дададум. Он уже вышел, даже не думайте открывать эту дверь. Я по-твоему дебил? Мне самому, сука, страшно. На самом деле нет. Открывай. 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 Иди ты нахер. Свет снова включается, я думаю, что видео заканчивается. Все хуже, чем я думал, это все из-за меня. Слушай, не накручивай себя. Тут... Мы должны вернуться туда, откуда пришли, на обратном пути. Я придумаю несколько шуток, которые отвлекут шерифа, и не дадут ему уничтожить меня. Попытайся. Тебя в седьмой части, он тебя все-таки прибил.
сожалению. Да, не по порядку мы проходим, не по порядку. Давай за мной, ёпта. Со мной держись, ебанько. Так. Вроде бы включили. Кстати, если мы включим, соберем вот эти вот все лампы еще раз. Смотри, у нас же... И да, их реально можно нажать, по сути. Ладно, давай это в конце видео попробуем. Вообще, в конце всего прохождения, потому что нам придется откатываться, Ой, блядь, так, чё... Где этот пиздюк? Аллилуйя, твою мать, он нашелся. Так, давай туды. Так, вот, и за мной. Понял? Тик. Так, блядь, что... О, все. Все, давай за мной чешем. Вот, сейчас я просто, блядь, ебал. Я думал, что я уже все, у меня, сука, дальтонизм. О, шерифы. Вы что там, блядь, понастроили? Блядь, это что за звуки? Какой дядя, блядь? Шериф, не начинай, я тебя, блядь, прошу. Тебе хватает смелости явиться сюда, Питер Гигл? Неужели ты думал, что я позволю тебе войти сюда? И посмотрите, кто это. Мой партнер по борьбе с преступностью оказывается сотрудничает с самым разыскиваемым с преступником за моей спиной. Слушай, хватит. У меня было плохое предчувствие, как только... Я вас увидел, я хотел использовать тебя как приманку для других преступников. Надо было довериться интуиции, как обычно, я был прав. Да ты, нять, конечно. Вам двоим лучше уйти, ваша судьба здесь не будет. Лучше. Мне не нужны партнеры, я найду маленького клюва, и мы вместе избавим этот мир от таких монстров, как ты. Ты, блядь, кто? Ты куды? Блядь, я тебе не мешаю, нет? Так, там была там атаки. Мать твою. Там была какая-то гусеница. Там не ебаклакиня. Ладно, мы пока что мы в безопасности все. О, это вы двое. Да, это разрушение, разведение из вас, все это произошло. Извините. Да и я планирую это исправить. Всех, кого ты хочешь увидеть, чтобы искупить свою вину, уже нет. Так в чем же смысл? Не нагнетай. Как вы вообще разговариваете? У медуз нет мозгов. Не надо менять. Надо пойти включить другие кнопки на двери, далее мы отправимся в сектор потенциальных возможностей. Что ж, дамы и господа, пока что мы на этом закончим. Я думаю, мы пройдем эту игру в 3 серии всего лишь, не будем это растягивать. Нам, в общем, надо будет в следующей серии в потенциальный сектор херачить. Сейчас мы вот Storage Bay, нам надо конденсаль, короче, там какая-то ебаклагиня, в общем, хуиндрындада, еще можешь как-то еще какую-то херь придумать к антоним, к слову, пиздец и так далее. Короче, в общем, ладно, что ж. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий. На этом все. Всем удачи, всем пока.